И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Ball, все так же с модом Unlucky Genesis Reborn. И сегодня мы пойдем дальше мочить боссов. Я решил открыть все-таки все теки, все изучения тек. Пока просто гамму пройду, ну, собрать артефакты, гаммы и так далее. То есть боссов валить, сами видели в прошлой серии, легко. Основная сложность — это собрать все нужные артефакты и поставить плашки телепортов к ним, чтобы легче уже было добираться в будущем. Да, чуть не забыл их создать. Вот, из того, что я сделал за кадром, это только подбывал ресурсы и установил ворота. Ворота именно такие, более адекватные. То есть, во-первых, у них радиус действия, то есть активации радиус ближе к ним. И, ну, то есть они просто так не открываются. И вот он, открываются они намного быстрее, то есть я успеваю пробежать вовнутрь. Ну и шумно. Не так шумно, скажем так. Точнее, вообще бесшумно. Диносы у меня сдвинулись, потому что пока не было ворот, тут зашел. Этих-то я поправил. Индоминус Рекс пускай дальше стоит. Да. Так, что еще? Да и все, пожалуй, да. Опять-таки же, я хочу теки изучить, чтобы у меня хотя бы были, возможно, где-то генератор изучиться и так далее. Ну, если в что, добудем... Ой, не здесь. Добыть, как говорится, этих... ты чё подлагнула? Господи. Ну, спецпредметов, как там, вот, когти сумчатого льва, вот это вот и все. Я думаю, не сильно составит большой проблемы. Единственное, что мантикора, да. Да, мантикора — это, конечно, будет проблема, а точнее ее артефакты. Но для артефакта мантикоры есть вот... DLC босс... Трофи дроп. Это все короли титаны, титаны и Роквелл. А вот мантикора прокатает, не прокатает, я не знаю. Но здесь нужна элементальная руда, которую еще нужно как-то добыть. Точнее, где-то добыть. Очень, очень сильно неудобная карта под этот мод. Потому что здесь нету аберрации. На Рагнароке есть вроде бы мод, который добавляет операцию, блин. Или мод, или уже на Рагнароке добавили операцию. Я не знаю, уже давно не играл на Рагнароке, вообще давно не играл. Ну вот, и черт его знает. Ну, в общем, глобал такие моды, все нужно играть на Рагнароке однозначно. Карта огромная, и есть какие-то дополнения. То есть либо аберрация, либо генезис второй, ну, такое себе, если честно. А где у нас еще есть аберрация? Ну, по сути, да. Вот Рагнарок с модом на аберрацию, да, по идее, самая норм тема. Опять говна понасобиралась. В общем, кристальчики лутаются, с них я уже древесины добыл немало. Сейчас что пойдем? Сейчас пойдем за артефактами. За артефактами. И будем смотреть что-то когда где. Первое, хочу на паука сходить. Это у нас охотником. Как они там... Клевер, массив и хантер. Массив тяжести. Чё-то я за... Ты же за ногу понаделаю тысячи ненужных станков. Хотя можно было всего одном сделать. Так. Целостности. Целостности, охотника и мудрости. Вот, сходим туда. Ну, а в следующей, наверное, серии уже пойдем на дракона. Потому что это точно займет у меня долго... Так сказать, скажем, немало времени все это дело займет. Так, мудрости, охотника и целостности. Давай по очередности. Угу. На втором мониторе вывел себе это. Отметки. И погнали. Погнали. Во-первых, опять в зимку идем. Да. В зимку, но уже другая пещера. Да. Как-то вот на центре я смотрю вообще прям у, допустим, охотника. Не у охотника. Массив. Нет, это тоже. Каннинг, вот тот, который у меня находится здесь, в этой пещере, у него типа входы, короче,
нарисовано, отмечено три входа, но по факту это находится вот здесь под землей. В общем, тот, кто Вики создавал, дебил еще тот. И Мунка та же самая фигня, куча входов и один артефакт. И такое ощущение, что они тоже не в пещере находятся. Ну ладно, это уже будет в другой серии, как говорится. А сейчас что? А сейчас правильно, в Зимму погнали. А, Зимма. Координаты. Так, кейв. Да ё-моё, хорош меня толкать. Я тебя не сталкиваю просто из-за того, что добрый я. А нафига? У меня так ресурсов дофига. Хорошего и без этого. Да, можно, конечно, плутать ресурсы, но у меня сейчас и без этого хорошо. Так, на 18,7 на 29,7. Так, это вот туда. И это вот туда. Уи! Да. Почти приземлился. Двадцать девять и семь. Так. Как бы не перейти в ту же самую пещеру? Я вот о чем думаю. Та же самая пещера. Подожди. Но у меня этого и не было. Подожди-ка. Это одна и та же пещера. Вот дебил. Просто я, получается, сразу же завернул куда нужно. Твою мать. Это та же самая пещера. В этой пещере находятся два артефакта. То есть я, получается, сразу завернул туда, куда нужно? А куда было не нужно? То есть, ну подожди, но я шел сразу куда нужно. Чисто из логики нырнул вниз и все. Ну вот единственное, только я вот туда не ходил. Но здесь тупик. Здесь тоже тупик. Здесь другого варианта нету, кроме как занырнуть вниз-то. Да уж. Так, ладно. Артефакт у нас находится по координатам 19,3 на 24,2. Не, ну здесь точно ничего никак. Здесь вот тупик и все. Да и мне не туда надо. Мне получается, нужно вот куда-то туда. Как же все тупо и непонятно. Неужто здесь под водой развилка какая-то? Очень-очень сильно непонятно. Ну ладно. Придется везде все осматривать. Ну я там просто плыл и плыл, плыл и плыл. Куда надо, вроде бы приплыл. Ну да, здесь ничего нету. Здесь просто тупик и все, и ты по логике всплываешь. Кстати, здесь мобы еще до сих пор не заспавнились, как я бегал. Хотя вроде немало времени-то прошло. Но это хорошо, что не заспавнились. Волчик. Кстати, да, увидел, что есть альфа-волк. И, точнее, я, большей части, увидел... Где ты? Во! Supreme Wolf Evolution. Типа, делает Supreme Волка. Ультимейт Supreme Волка из Альфа Волка. Я захотел сделать. Надо будет Альфа Волка томить. Так, координаты 19,3 на 24. И 2.
Это у нас получается вот тут D. Так, понятно. Без вариантов. Так. Так, ну это просто водичка. Ни больше, ни меньше. Здесь у нас... Да ёб твою ж за ногу. Застревахин. Это мелкий. Это я тогда сюда также и прошел. Ну, вот мы телепорт. И это у нас Дестройер. Ой, ну, пожиратель, господи, вот Дестройер. Это Дево... Что-то там, короче. Отлично. Слушай, а может я пробежал мимо него, тогда он просто не заспавнился в тот момент? Слушай, ну это хотя бы немножко объясняет хоть что-то. Как я, пробежав всю пещеру, не увидел артефакт. Но вроде бы всю пещеру пробежал. Конечно. Вроде бы. Ну, вроде бы. Вот поэтому я тенегриву-то и взял. Потому что если что, куда-то запрыгнуть на нем явно будет легче. 19.3, да? На 29. Я вообще отсюда отхожу. Ой, 29. 19.3 на 24.3. Какая же тупость. Но это я вроде бы отсюда и пришел. А то поищем. Ну слушай, вот сейчас пробежался по кругу, все координаты показывают, что мне нужно обратно нырять, по ходу дела. Потому что что-то здесь явно не так. Надо под водой поискать, короче, по этим же координатам, только под водой. Так, давай до дома. Значит, под воду нырнем, так что лучше оставить вот так вот. Координаты у нас 19.3. То есть это куда-то вообще туда. Но я не нашел там наверху какой-то развилки. В этом-то и вся загвоздка. Но это вроде бы я отсюда и приплыл. Просто вот когда первый раз... На центре я играл не раз. И на боссов я сюда ходил. Но ходил я на боссов... В как? То есть, люди вызывали, я на них ходил вместе с ним. То есть, это вот примерно так вот и было. Ну, потому что играл на сервере. Это было примерно вот так вот. Да, это вот спуск сверху. 19.3 на 24. Не, ну здесь тупик, здесь тупик, это его виден, тупик. Ты, как говорится, его ни с чем не спутаешь, а там уже выход. Ой, ладно. На ютубщике будем смотреть, короче, где это проход в эту пещеру дебильную, похоже, дело. Да уж, загрузил видос, где посмотреть, и самое первое, чего говорит... Говорит, прыгаем вот сюда, вот этот проход, куда это, к пожирателю, нам нужно в другую сторону. И вот честно, я вот здесь даже не видел, что можно хоть как-то пройти. То есть, когда ты уже знаешь, это да. Но когда ты первый раз, ты этого даже прохода и не замечаешь. То есть, очень сильно много вот этих вот фигней. О, ресурсов много. Так. Давай смотри. Наверх.
все логично. Все так же наверх, здесь должны быть мобы уже. Естественно, мобы. Ой, много мобов. Тэнкс. Давай на кисике. Кисики! Давай, всплывай, кисика. Отлично. А, пойдем на кисике. Ну, опять-таки же куда-нибудь прыгнуть нужно будет и так далее. Так, яркость можно теперь убавить. Теперь мне плавать не надо. Отлично. Задолбали. Хотя, давай все-таки сделаем поярче немного. Глазам не очень неудобно, но... Ну, кристаллов много. Металл. Да, на велике, конечно, было бы удобнее их расстреливать. Тут не поспоришь. Стоишь издалека и бабахаешь. Ага. Наверху кто-то тусуется. Так, давай сразу зачистим немного. Чтоб они случайно откуда-нибудь не прыгали на меня. Хотя можно вообще сделать вот так вот. Ну-ка, да, посмотрим. Проканает, не проканает. Как долго? Ладно. Считай, что не проканал, так как я не выдержал этого ожидания. Твою мать, противоположная пещера. Да чтоб тебя, а? Просто там даже видно не было. Что, куда, где, зачем и почему. Наш. Текстура однотонная у меня просто смылась, смазалась все и все. Так, здесь мы просто бежим на добычу ресурсов. Да, я бы тебе добыл немножко ресурсов. Нефти хотя бы. Хм. Ладно, потом об этом подумаем. Ох, ёлк, твою за ногу. Ну да, логично. Мне так и так надо падать вниз. Эу, добрый вечер. Ну давай, прыгай. Хм, ну вот для чего. Чувак сказал, что нужна будет крепкошка. Ну да, отсюда там хрен выберешься. Ладно, погнали. Вообще, когда лазишь по пещерам, всегда нужна крепкошка. На всякий случай. Лишним не будет. Ой, да ладно, что, опять что ли плавать? Да и тише пассатижу, вы что, вообще обнаглели? Главное сейчас не выйти на начало. А, не, во, артефакт, все, нормас. Нормас, артефакт! И мобов нету, что самое главное, конечно, да. Так, отличненько. Артефакт мудрости. Сначала я поступил не мудро, а потом поступил мудро. Ну, в смысле, сначала я сам искал, а потом решил на YouTube посмотреть. Так. А, давай здесь поставим. Я нафиг разница. Перемнуть. Мудро. Стим. Просто сначала задумался, не может быть так, что я по-английски пишу. Но нет. Раскладка была нормальная. Так. А, погоди. Мне интересно, что там вовнутрь. Что здесь такое? Просто место, куда сваливаешься. Или что-то здесь есть? А, нет, тупо ресурсы. Ну, тоже хорошо. Ну, так, немного добыл ресурсов все-таки. Че, зря добро пропадать, что ли? Решил все-таки это. Лети. Ну ладно. Застрянешь в текстурах, но что поделаешь. Да. Ему эту добывалку не выключил. Ну, бог с ним. Так, дальше. Что у нас по артефактам? Артефакт мудрости добыт. С горем пополам. Теперь артефакт охотника. Это у нас лава-остров и массив тоже лава-остров. Отлично. Значит, домой разгружаться все-таки.
Так, ну по идее, самый легкий вариант это пыхнуться на красный обелиск. Самый легкий вариант. Но это не означает, что он самый хороший. Как минимум из-за того, что там много всякой гадости будет. Поэтому даже не знаю. Так, вход у нас вообще из правого конца. Ну давай сначала все-таки да, за охотником сходим. Там прям рядом все. Вход в пещеру 15 на 8, 50, короче, 15,5 на 50,5. Так-то рядом. Давай на красный. Здесь сразу же нас встречает веселье. Драконы, дрейки. Ух-ух-ух, просто красота. Так. Ага. Мне нужно 15,8 на 50. То есть мы летим вон туда. Тут, короче, вообще, бро. С модом, конечно, тут еще веселее стало. Да ёпс, туда я. Да ёпрасоте. Так, 15,8 на 50. Ну чё, подводные что ли? Так, давай. Не подводные, все нормас. 15,8 на 50. Так точно будет легче скоординироваться, по крайней мере, надеюсь, для МХП хватит и сейчас дриснуть. 15,8. Туда верно, отлично. Назад. Сюда. А, 15,8 на 50,5. Так, погоди-ка, давай посмотрим по координатам артефакта. Сомневаюсь, что опять будет пещера. А, это у нас 16,8 на 54,3. Так, 54,3. Да ёпарасоте. С этими координатами. 16,8. Че, реально пещера? Пар-па-пар-па-пам. Под водой. Хима, 55. Просто на нафиг 55 сразу же. А, не. А, не, вот по двадцатке бьет. Скотина. Сильная. И это обычный спина. Ну, зато плавничок вроде бы залутал. Залутал, отлично. Оу. Добрый вечер, откуда у тебя столько ресурсов? О! Нифига себе. Как оно бывает, да? Эй, ладно, короче. Так, одно я точно могу сказать.
Артефакты я здесь не вижу. Так, осмотримся. Ну да, тут точно артефакта нету. Зато зачем-то у меня теперь есть яйцо спина. Зачем, не знаю. Ладно, погнали искать по такому же методу, только вход в пещеру. Твою мать, как это бесит вот это вот. Блики. Слушай, я же их вроде бы отключал. Лучше светом. Ну вот, пол экрана тупо закрывает. Значит, 15,8 на 50,5. Это с другой стороны. Да уж, как тут у вас весело, вообще просто ужас. Слушай, ничего понять не могу. Ну. Так. 15,8. Теперь мне нужен туда. А что-нибудь видите? Вот и я не вижу. Не, ну это, наверное, кто-нибудь TV, кто знает. Че? Че? Ах ты твою мать. Твою мать. Дойдешь так, ага. Это реально вход. Ну и кто нас здесь ждет? Да пошел ты, короче, буду сейчас патрон. Да не, не пошел ты. Вот теперь пошел ты. Так, это у нас интересно. Таракашки, да? Это я удачно зашел. Чуть не еще и не агрится. Ну вот же ж уроды, а. Самому придется подходить. Жемчуг? Это уже интересно. Не, ну не уроды. Вас же не видно. Зеленые ползут по зеленому. Не, это как минимум интересно. О, хавать бегает. Красава. Могу, поэтому и собираю. Вот и все. Давай, давай, давай. Пролез, красава. Что-то там как-то наверху, походу, делал шумно слишком. Ладно. Надо поставить телепорт. Так и назвать его сдача ресов. Так, отлично. Такое ощущение, что я иду почти даже куда нужно. Почти. Но это не означает, что куда нужно. Так, ты только это. Там в яму не улькнешь мне. Я потом задолбаюсь за тобой прыгать. Ой, иди ты в жопу. Так,
Считайте, что я киблами переношу. Ой, киблами, господи. Этими. А, это просто подъем наверх. Крякапсулами. Так, потихонечку, аккуратненько, поворот. Но это рассчитано все равно на проход пешком. Пещера. Здесь мало мобов. И низкие потолки. И вот такой, какой-никакой, но паркур. А не многовато ли вас тут? Жемчуг подлутаться можно. Ладно, тут без вариантов. Но это одна лишь из развилок. Вот из-за этого велик прям кайфовый. Все быстрее происходит намного. Че, опять воду нырять? Да уж. Не, ну. Источник воды рядом с вулканом, это точно уже что-то типа горного источника. То есть я тут сварился. Если уж на то пошло. Я же говорю, велик очень удобный. Вот ради этого я и хотел ее томить. Могу, поэтому вызываю. Куча ресов не бывает. Вот отлично. Ну хотя давай тоже в тебя скинем. Уже лучше. Опять забыл отключить. Так, ну тут явно в воду уже нырять. Тут без вариантов. А только зачем? Я здесь только кучу трупов нашел. И точно никакого артефакта нету. Ха, дебил. Да. Че, обратно что ли? Не, ну может он не заспавнился, кто ж его знает. Ну обратно погнали. Так, вернулся в итоге на начало. Теперь идем направо. Интересненько. Ну давай. Даже можно было и не одевать. Кто знал? Ни хрена себе. Надеюсь, то, что они там наверху. Вот это вот воюет, вон Альфа Регентавис помирает. Надеюсь, меня до отсюда не достанет. Пещерки-то. Очень ему надеюсь, однако. Да все, отстань уже. Раз кто же знает, какая там. Какой радиус удара у боссов. А, да, вон артефакт. Отлично, просто нужно было идти направо.
Не достаю. Сделали немного тра-та-та по ним. Блин, но все равно темно. Отлично. Ну, у тебя в воде вообще пофигу на них. Так, артефакт охотника. Как бы логично. Вот это вот и все, что как я прошелся, здесь было логично. Туда пошел, тупик. В другую сторону сразу же видно, где проход. Да уж. Домой. Так, отлично. Охотник на базе. О. А, дальше. Что мне нужно? Я вход. На вход не поставил телепорт. Ну ладно, что поделаешь. Ладно, не забыть. А, ну сейчас я ровно так и так туда лечу. Так что какая разница. Вход только единственный, с другой стороны совсем пещера идет. Эта пещера, насколько я помню, очень длинная. Так, вход у нас 11.2 на 67.4. Вроде как пещера очень длинная. Ну вот сейчас заодно и на вход поставим артефакту телепорт. Ну и также давай на красный. Но телепорт-то я поставил. Я его переименовать не успел. Там риперы. Штуки 4. Два были сверху, два за мной бежали. В общем, не сильно мне повезло. Так что красный обелиск оказался намного как-то даже дружелюбнее в этом плане. Ну, сами видите, насколько он дружелюбный. Нема тут месиво, а? Ну, кто-нибудь сдохнет? Ну там это, кто-нибудь из вас сдохнет? Я бы рецептики не отказался получить какие-нибудь. В итоге, по ходу дела, сдохнет только кошара. Не-не-не, что-то я очкую вызывать. Хотел добить кошака, но что-то это... Смысла в этом сильного не вижу. Госдракон сдох! Я что-нибудь получил? О, я что-нибудь получил. Хорошо. Так, неплохо. Халява штука хорошая. Так, ладно. А мне на другую сторону острова. Да уж. О, тут Рекс был поврежден. Побеждён, отлично. Еще. Ну, тут, короче, просто полетал мимо. Смотрю, турсот левел. Ну, окей, взял. Почему бы нет? Так. Мне вроде туда надо. Там вроде вход в самом жерле. Точно-то не помню. Но вот это-то и проблема. Просто такие ух. Эх, вот там я когда-то стартовал. 11.2 на 67.4. С той стороны. Ой. Абакака все. Так.
случае мне там. Чёрт, мне там! Ё! Пошёл ты! А, в смысле? Я обратно вернулся. А не там ли случаем? Вроде бы там. Заход! Твою мать! Пошли вон, уроды! Уи, бежим! Ну вы поняли, как у меня там два этих... Рипперы за мной бежали. Из-за чего? Да ёб твою же за ногу! Спасай! Кто-нибудь. А кто меня спасет? Ты меня спасешь? Красава. Ну это все, короче, отстанет меня уже. Ну ты тварь. Ну ты и тварь, конечно. Вот этого я не ожидал. Это мне сейчас обратно пешком пойти туда. Ну и тварь. Я реально не ожидал, что он выкинет. Столкнет, точнее. 1,5 ляма хп. Вот из-за этого я, наверное, постоянно его вызываю. Да уж. Ладно, пускай все дальше валяется. Опять на красный близко. Сюда. Как у вас тут весело. Вообще, в целом, как я понял, красного близко это недалеко. Только вроде бы туда. Вроде бы. Но это не означает, что туда. Угу. И сюда. Ну-ка, давай-ка. Устроим этот реванш. Так, вообще, изначально я хотел тебя завалить, овца. Да ладно, что, заспавнилась, что ли? Ну ты и овца. Я тут мстить, понимаешь ли, пришел. А ты задиспавнилась. Так, ладно. Одно я точно могу сказать, мне нужно здесь плашку телепорт ставить. Это у нас артефакт. Массив целостности. Так. Арт. Ход. Целостности. Почти угадал. Вот так уже будет лучше. Так. Ну, вроде как чисто, давай домой. Или мы все-таки эту тварь завалили? Интересно. Отлично. Как жутко. Но мне точно туда надо. То есть по-другому никак. Летунчики здесь вроде бы работать не должны. А как потом выбираться? Не, ну бог с ним, на модах-то я знаю, как выбираться. Но это не означает, что я потом смогу выбраться. Ну, в смысле, без модов. Хотя я уже без модов-то не играю. Ладно, пофигу. Ну ладно, что, погнали. А, хотя, что, давать тебя. Погнали, повеселимся. А то стоит там. Даже косточки размять некогда. Они еще на меня не агрятся, по ходу дела.
Вообще здорово. Раз не агритесь, тогда пошли в жопу все. О, наконец-то можно вырубить все это дело говно. В смысле яркости. Так, ну, если что, чекпоинт установлен. В смысле, на вход. А что у нас здесь? Здесь ни черта. Мне нужно идти вдаль. Так. Не то окно браузера. Надо посмотреть, куда вообще у нас этот. 10.3 на 52.9. 10.3 на 52.9. Но пока идем правильно. Точно в эту сторону нужно идти. Че, реально не агритесь, да? Вообще кайф. А что значит лазаврик, да? О, это я понимаю. Уважение. Тихо-тихо, только через стены не пробивайте. Так, ты у нас... Точно не прыгаешь, да? Ты уверен, что ты не прыгаешь? Слышь? А если в так? Потом вот так. А перезаряжать-то будет. Заранее-то. Ой, ладно, короче, задолбали. Чья-то паутина перед рожей. Ни черта ж не видно. Не, ну это вы, конечно, зря. Я ж это... Телохранителей вызываю сразу. Так-то лучше. Так. О, да ладно. Повылезали из-под текстур. Чё-то сомневаюсь, что мне надо наверх. Такая большая площадка. Кристалл металл, металл кристалл. Может обсидиан, но это все у меня есть и так. Надеюсь, если кто вниз грохнет, то там не инстант смерть будет. Ну да, обсидиан, металл кристалл, ладно, это все есть. Не хочу. Так, 10 на 53, короче, координаты. Свернем браузер. Не, знаете что? Надо все-таки всех убивать. Ну, хотя бы с прохода. Чтобы был индикатор, что я здесь был. Долан. Отлично. Вообще с первого раза. Здорово. С первого раза это хорошо. Только нахрена мне сила? Силы? Силы. Точно, он в этой же пещере, только силы, это я вниз по карте спустился. Ладно. Сила так сила. Че еще скажешь? Сила. Ну-ка, хитрость. Хотя нафиг хитрость, ты и так сдохнешь. Так, ну тогда, раз уж поставил, точнее собрал, то что поделаешь? Переименовать. Арт силы. Да ёб твою ж за ногу. Свернул не туда, походу дела, где-то я. Это просто стенка же, да?
Еще на центре тогда не делали всяких таких вот это типа ловушек. Да, это просто стена. И просто куча рецов. Хорошо. Погнали обратно. То есть, проще говоря, я мог и в прошлый раз не тот артефакт залутать, если бы я бы это пошел бы за другим артефактом. Допустим, пошел бы за мудростью сразу же, а не за другим артефактом. И все. И все. То есть я бы залутал бы его, а не мудрость. А с мудростью бы тупил. Да, проходит все-таки. Так. О, патча. А я вижу крейт. А как туда пробраться? Отсюда, что ли? Ну, это вообще в другую сторону идет проход. И что-то там не зачищено все, я что-то там не был, что ли? Вот поэтому говорю, надо зачищать, короче, чтобы как минимум было для себя понятнее. Был я, не был. А, не, это вход. Это вообще вход. Темно, конечно, просто ужас. Так, хоть какая-то индикация. Прикалывает, когда такая музычка включается. Тем, что ты типа такой, я на прогулке, иду, иду, сейчас всех замочу. Или меня. Так. Ничего понять не могу. Но я вроде был там, проход какой-то не нашел, что ли? Или не был здесь? Нет, нет, здесь не был. Я сразу налево завернул, я даже проход это не увидел. Клево. Задолбали. Отличненько. Интересненько. И куда идти? По низу все-таки было правильный вход. Проход. Ну давай, 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 давай. А ты это. Ну чуть-чуть. А лапки переломал. Отлично. Как-то не оригинально. В прошлой пещере, мне кажется, был точно такой же, только он водой был залитый. А здесь лавой. Ну блин, а что поделаешь? Ты чё, первая же карта? Она вроде бы даже раньше, чем этот появился. Так. Целостности. Вроде бы раньше, чем Скерч появилась эта карта. Так что тут удивляться? Так, надо немножечко подзачистить. Чтоб я мог слезть и телепорт поставить.
Арт целостности. Целостности же. Или... А, нет, все правильно. Целостность. Отлично. Вот так уже лучше. Даже получается, со следующей серии один артефакт залутали. Кайф. Так. Единственное, что я хочу... Вот сюда степахаться. Там счеты у меня личные. Сколько ими уроды не дали мне переименовать артефакт. Ой, телепорт. Толкаются, ты посмотри-ка на них. А двое-то были там наверху. Я точно знаю. Так, а какой у меня здесь был артефакт? Кто помнит? Интересненько. Охотника. Охотника был точно. Арт. Вход охотника. Отлично. Че, погнали валить босса. Так. Теперь. Тебя. О, включаем. Крафтим. Забираем, выключаем. Отлично. Где у нас место для призыва паукана? Естественно, там же, где был труп обезьянки. Ну, конечно, трупа-то уже здесь нету, что логично. Он деславнится. О, добрый вечер. А, Prime Alpha. Ну, Prime Alpha не так опасен. Ну, с этим проблем нету. Но единственное, что я сейчас хочу... Во! Так. Уи! Эй-эй-эй! Я даже придумал картинку-то на прыгёшку, так что, что говорить-то? А, все что ли? Не, еще стреляет. Отлично. Ну, а теперь ручками. Да ёпрасоте. Мелкие пиздюки. Ой, там еще один лазит. Иди отсюда. Так, ну, труп не залутать. Логично. Ой. А, нафиг все, короче, выкинуть. Ничего нового. Все то же самое. Единственное, что сейчас у нас открытые еще какие-то тег. Угу, вот они не все. Ага, нет, это не то. Так, люк. Давай сделаем по-другому. Так. Спальная капсула почему-то не открывается. Вот, так, перчатки-то было. Треугольная крыша, фундамент. Ну да, тут надо будет бета, альфа, гамма, вот это всех, короче, надо будет мочить. Но с артефактами это будет уже намного легче. Точнее, с легко добываемыми артефактами. Кстати, у этой 1400 хп. Ой, 1400 хп. Так-то не кисло. Погнали до дома. Ну, а я уже на этом с вами буду, пожалуй, общаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну, конечно, делиться моими видео со своими друзьями. На это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра, всем пока.